Премьер Иван Кико обещает увеличение зарплаты и новое оборудование для участковых полицейских. Глава Кабмина утверждает, что так называемая реформа, начатая несколько лет назад, оставила села без правоохранителей, которые были важным звеном в предотвращении серьезных нарушений или преступлений. Сегодня один участковый работает на 4 населенных пункта, и люди не знают, к кому обращаться в случае необходимости. Но не мы имеем полицейский, care discută cu cetățenii, care discută cu tinerii, care în mare parte sunt acei care au rămas și fără părinți, care au plecat și au fost educați de bunei. Școala nu mai are rolul cel de educator care îl avea odată și acești tineri au rămas fără suportul și atenția societății. Роль респективного индепреня полицисту де сектор. Иван Кико напомнил, что совместно с Министерством внутренних дел вскоре будет разработана программа по консолидации института участкового полицейского. Премьер пообещал, что все занятые в этом секторе правоохранители будут мотивированы. Во мажора субстанциал салариу. Требует отрас мульцу уамени аколо, потому что авем он полицист ла 4 сати. Ной вам рестабилим фиекаре локалитате полицисту де сектор, care va avea pașaportul fiecărui locuitor, va ști fiecare cu ce se ocupă, ce gânduri are, mai ales în partea de tineret. Криминогенную обстановку и решения по предотвращению преступлений, аналогичных тем, которые потрясли недавно молдавское общество, обсудили на традиционной встрече премьера с президентом Игорем Додоном и председателем парламента Зинаидой Гречаной.